представляем серию посуды Pour-over от Wilmax для заваривания ароматного кофе. Нам понадобится совсем немного. Начнем с чистой фильтрованной воды. Используя капельный чайник, прогреваем кофейный декантер с фильтром горячей водой. Для этого способа заваривания идеально подойдут зерна арабики светлой обжарки среднего помола. Круговыми движениями от центра к краю вливаем 50 мл горячей воды и даем кофе зацвести. Затем добавляем еще около 150 мл горячей воды и ждем около полутора минут. После чего добавляем еще немного горячей воды так, чтобы общий объем кофе в декантере составил около 300 мл. Когда кофе заварится, аэрируем его, разливаем по стаканам и наслаждаемся ароматным и бодрящим кофе вместе с Wilmax.